Готов. Уважаю, но пить не буду. Тогда я тебя укушу. Если бы этот Бэтмен бы свои цитаты бы разделил, скажем, по дням, он мог бы, наверное, месяц в каком-нибудь пацанском паблике ВКонтакте там, как Стэтхэм, даже не хуже Стэтхэма бы... Я просто посмотрю, это решало или нет. Блять, да, решало. Понял, понял. Я пойду, пожалуй, к выходу. Забыл утюг в убежке выключить. Если там по 45 тысяч маны у типов на 10 месте. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Двое. Чуть не упустил двоих. Ты смотри, чат. Вот вовремя вернулся таблеточки пожевать. Да, мы сегодня фанимся в соло, поэтому бегаем с различным оружием. Чисто приколюшным. Ну, вот что в голову придет, либо что чатик закажет. О, это маленькие какие-то были ребятишки. Подничал. АШ-12? Но это вот АША... Только по заказу от чата пойду. Как бы чат не обессудьте, блин. Это... Блять! Вован. Пока 2 из 2. Пока что Вован 2, Шайтан 0. Спасибочки за поддержку. Второй день у тебя прокановывает прямо в тайминг гранату кинуть. Спасибо. Но вектор на АПшках это, конечно, капец. Просто лазер, который стирает. Слева ходит. Ну, чё ты тебе... Опа, а его убили. С камней, походу. Угу. То есть примерно вот так, да? Отвлечем внимание. Не видно там его ни хрена. Even up there, you idiot. Два. What the fuck are you? А? Ты что-то сказал? Из-за того, что у меня броня была не фул. То есть не фул, единицы брони, так скажем, были. 40-й уровень тут сидел. Такой молодец. Пятерых, по сути, мы убили. А где у меня еще один жетон? Я с кого-то жетон не подобрал. А, нет, пятеро. А, нет, он стоит, крутится на первом этаже вот здесь.
кстати, ВГС есть. Блять! Да ну ладно, я уже за стеной был, чел. Классный сервер, спасибо, игра. Опять в туалете один сидит. А один там, да? Что-то где-то я это уже видел, чат. Одного я взорвал, кстати, по-моему, только что там. С эмкой? Блять, одного убил, второй меня убил. Эх. Путная клетка. Да, я одного взорвал, одного убил, и третий меня убил с эмкой. На бронебойных патронах. 995-й. Чел, и ты сидишь в туалете. О боже. Ладно, хорошо. Я чисто охотник с этими ружьями хожу, блин. Готов. А с кем он там стрелялся? Чисто охота на дичь какая-то идет, чат. А, вижу, блядь. Готов. Федечка. Принесите нам дичь. Федечка, это дичь? Дичь. Ты меня, говорят, уважаешь? Уважаю, но пить не буду. Тогда я тебя укушу. Удмурт, здорово. Так. РФБшечка. Плюс тут война какая-то, прям заварушка возле этого случилась. Возле магазина. Мистер, здорово. Hello. Вид, здорово. Кстати, Номот. Это не наш Номот, интересно. Из чатика. Я просто посмотрю, это решало или нет. Блять, да, решало. Понял, понял. Я пойду, пожалуй, к выходу. Забыл утюг в убежке выключить. Причем, пока там весь этот файт шел, кто-то прям под ноль, прям вот полностью залутал трешку и двушку и куда-то ушел. Всего лишь полчаса бегаем по таможне. Откройся. Сим-сим. Вон тапнул! Бой. 30 уровень. Вот ты и попался, блин. Разбийник. Догнал его, чат, догнал дичь. YouTube с понедельника вообще могут закрыть. Поэтому все ищут какие-то новые платформы, которые, как бы, на которых можно продолжить работать. Не ушел на дальний кордон. Да-да-да. Спасибо, мейт. Это... Опа. Рандом гай. Оформил подписочку. Так, у нас вот тип. В упоре.
Он наверх залез, что ли? Звук резко пропал. Бля. Идите, по нему много напопадал. Он по мне аж ни разу не попал, вы видели? Я по нему все попал. Его настолько заимпанчило, что он даже не смог по нему попасть. Он просто в потолок стрелял все это время. Опять надо прямо... Гюрза, кстати. Блять! Нет, не губи! Не губи! Ахам. Сейчас с катки выйдем. Я вам просто парочку мыслей своих по нему скажу, если хотите. Кто там стрелял у нас еще? Ангарвекера, по-моему. Пойдем искать. То есть ты можешь собрать мега хорошее оружие. Прямо проапгрейженное по самые уши, короче, можешь оружие собрать. С длинным стволом там, ну, все вот это вот, как бы. Но зарядить туда плохие патроны. И это оружие будет абсолютно бесполезно. Ну, куда он был? Куда он был популярный? Чем мы тут занимаемся? Ребятишки. Кстати, в медичке война. Сейчас туда пойдем. Угу. Еще один, кстати, чувак с КСУ. Минус один. Блять, он сидел за кустиком, я его не увидел. Эх, профессионально меня переиграл. Молодец. Ладно, пойдем к следующему оружию. Что там у нас следующая сайга получается? Этот Бэтмен, он же такой типа вот вдумчивый, такой вот типа детективный, знаете, вот фильм сейчас, который вышел, новый Бэтмен. И там столько вот... Там вот он настолько любит, короче, всякие заумные цитатки, этот Бэтмен новый, говорить. Если бы этот Бэтмен бы свои цитаты бы разделил, скажем, по дням, он мог бы, наверное, месяц в каком-нибудь пацанском паблике ВКонтакте, там, как Стэтхэм, даже не хуже Стэтхэма бы, просто писать свои, короче, эти фразочки, вот серьезно. Сейчас там зачитаю цитату, она шла в фильме подряд. То есть не вот он просто начал говорить, и вот говорит, 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 смотрите. Вот, что он говорил. «Месть не изменит прошлое, ни твое, ни мое. Я должен стать чем-то большим. Людям нужна надежда. Город озлоблен. Истерзан, как я. Наши раны могут погубить нас даже после того, как затянутся. Но если мы выживем, шрамы нас изменят. Они сделают нас крепче». Это все одна цитата, понимаете? Я шо, блин, реально в пацанский цитатник зашел почитать что-то или в кино про Бэтмена посмотрю, я не знаю. Ну, потом, чат, сами когда посмотрите, сами когда поглядите, короче, вот скажете мне потом свое мнение. Это вам не это, да-да-да. Волк не тот, кто волк. Двое.
Боты мне всю броню сточили, этот чел просто одной пулькой броню мне доломал до конца. Так, 100 эликсирчиков, крокодилка. Спасибочки. Ну что, чел? Стоять будем теперь? Паркур. Где-то я барабан, правда, потерял. Да хрен с ним. Восток, здорово. Свапни броню с трупа. Как в Апексе. У меня была такая идея. Но я подумал, а вдруг у него бронеразгрузка. Да, броня у него тоже, конечно, подустала уже. Молодец. О, пака, кстати. Понимаю. Красивый килл. Да, неплохой. Спасибо. Стоп. А? Я в паке, но я хочу этот файт. На, друг. Ты живой там? Хорошо. И джанга нет, как обычно. Да, джанга тот еще тип. Трец какой. Джанга сказал, что глаз тут его не будет. Да, это же джанга. Заклинило? Ага. Ствол сломался. Что? В смысле ствол сломался? Ты чё? Что за новости, блин? Да, нет, не то. Все, погнали на выход. Сайга свое отработала, причем отработала шикарно, я считаю. Тоже еще сайги есть, спас и все такое. Нет, такого нет. Сайга, по сути, самая жесткая. Потому что у нее барабан на 20. Это очень много. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.